Так, купим. Так, а у этого задание. Сейчас мы закончим все эти исследования. Я сделаю огород. Я почему задание-то и не делал. Вот, чтобы можно было выращивать и покупать уже, апгрейдить корабль. И можно пойти на задание. Потому что смысл сейчас идти на таком корабле на задание. Так, нам нужно купить. Пофиг, цена. Ой, не, не продавать. Так, купить. Какие-то штуки. Вот он. Так, нам, наверное, скорее всего, два нужно будет. 90 тысяч. А лучше три. Так, а у тебя что есть? Так, перезарядка рассеивателя. Ух ты, расширение радиуса Тау. Скомпление нанитов. Ладно. С тобой можно лясы поточить. Ладно, не хочет, ну и не надо. Возвращаемся обратно. Текс. Строим скитальца. Давайте вызовем. Неплохо. О, да и терить тебе могу. Давайте углерод. А, детритий. Хе, прикольно. О, а теперь уже будет легче. Так, вернемся к технику. Так, что нам? Техник ждет вас в терминале. А ты вести тень свети. Трапанный куб. А, мне нужен вот этот звездный лук. А, вот, вот почему я техником занялся. Отдать. Так, пойдемте поищем этот лук. Собрать армати. Можно добывать из разрушенных складов. Открыть усилитель сигнала и вездеход. Икс.
Ух ты. Я чуть не привалился. А это что это такое? Никель. Отлично. Есть идея. Ты чё стоишь? Вольт-ячейка? Ага, смазка. Блин. Ну ладно. Так, надо искать... Вон мне. То, что доктор приписал. А, так нельзя. О, прикиньте. Это глюк. Так, я тебя забрал. Так, еще надо сканануть. Где еще есть? Так, две этих. О! А чем мы пешком? Поехали. Так, только не разрушить. Кстати, а у нас цветов-то хватает? Нет этих? 50. А где еще были? А, во. А, так, здесь долете 75. Сейчас в машинке еще. Машинки нет. Ну ладно. По-моему, хватает. О! А вот это мы всегда рады. Там и халявный. Так, куда я направлялся? Вон туда. Че, я тебя не могу добыть? Так, стопы. Две штуки. Ячейки. Куча бонусов. Так, поехали ко второй. Вторая, где дымится, вон. О. Так, что нам сделать? Сканануть надо. Так, платина вон не вижу. Платина там и... Ну, все, все тут. Все недалеко, это хорошо. И там и возьмем. Так, это я еще видел. Так, это платина. Такс.
Нифига себе тут. Где моя машинка была? Вон. И два цинка возьмем. Да, на машинке намного удобней. Вижу базу. И одна база. Что-то лежит. О, это я неплохо попал. Тормозим. А, это цинк. Вижу. Далековато, ну и ладно. О-о-о! Так, по-моему, я свалился. И что делать? А, я не, можно выехать, по-моему. Или нет? Так, достаем аппарат. Ой, не то. Не, нифига. Блин, а как же выехать-то? Походу все, откатались. Это я дырку поделал. Так, и что делать-то? Ух ты. Да, вот так вот свалился на этой штуке и все, и не выехать. Ладно, пойдем дойдем до той базы. Убежище, там, по-моему, можно вызвать будет самолет. О, плутония насобирал. Кстати. Плутоний плутонием. Можно же его сюда перенести. Так, и тамия тоже у нас много. Так, где еще плутоний? Такс.
Такс, такс, такс. Вроде норм. Во, база. Так, надо сделать чип. Прилетай сюда. Все. Так, а тут я был, да? Да, по-моему, ничего нет хорошего. Да, ну и ладно. Увалим отсюда. Возвращаемся на базу. Ну, машинка хороша. Жаль. Ее как-то доставать неудобно. Мой грузовой корабль где-то. Но я опять припарковался. Не, не за километр. Хорошо. Чё, машинку сюда? Так. Ну и продолжаем. Теперь у нас все есть. Ну и чё? Я посадил. Кстати, там ей можно перекинуть еще. Где? Неплохо. Так, а это... Вот так вот. Ну и чё? Я посадил твою. И не вырастите звезденку, соберите с ней урожай. А, все, вернуться к фермеру. Отлично. Так, мордитовый корень. Так, вырастите мордитовый корень, соберите с ней урожай. Понятно. А, мордита не хватает. О, у нас тут уже урожай созрел. Кстати, эти... Не, еще нету. Вот эти быстро созревают. Что, кончился заряд? Держите. Тут как? Тоже кончается. Так, нам нужен мордит. Нужен. Возьмем. Ну, не в таких количествах, конечно. Давай. Ну и что ты мне скажешь? Уважаемый. Уважаемый. Вернитесь к фермеру. А, все. Можно вернуться. Держи 25. Мордита. Все, с фермером закончили. Не. Йонский фильм ждет вас в своем терминале. Улыбнуться собеседнику. Все, теперь техника. Продолжим. Так, собрать армадий. Техника обслуживает вездехода. Армадий можно добыть из душенных складов
Вот с помощью X. Чё за разрушенный склад? Армадий. Что такое армадий вообще? Путеводитель. Армадий. Рубий. Ты-т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 ы. Амигон. Вот это что ли армадий? Озон, ржавчина. Армадий. А, во, есть у нас армадий. Из разрушенных складов. Интересно, конечно. Ну ладно. Так, возвращаемся к технику. У нас он тут вот заседает. Отдать. Держи свой армадий. Принять. Задание обновлено. Доберитесь до терминала, если вы им выйдет. Так, до какого-то терминала. Терминал. На машинке. Восемь минут. Не, я нафиг эта машинка. На самолете долетим. Я помню эти квесты. Кстати, надо заправиться. Да, добейтесь за 8 минут. Умники. На самолете хрен долетишь. Терминал, вот он. Я почти на месте. Так, ладно, там потом все с этими. Терминал. О, расщепитель. Вернуться к технику, говорят. Ну, погодите. Я это скрывал? Да. Так, вон там вижу эту штуку, цветы. Кстати, а можно машинки вызывать? Фиг его знает. Так, я этот взял. Звездянку тоже эту взял. Титан взял. Где-то еще видел. Вот он.
Так, забираем. О, неплохо зашел. Ничего не найдено. Жаль. Возвращаемся к технику. Паркуемся прям около машины. Где вход? А вот и я. Блин. Так они... Да что такое, не могу вписаться. Давай. Скажи, что послание у нас. У нас послание твое какое-то. Сейчас я... Да, пофиг. Согласиться. Так, что техник-то просил? Создайте ощепитель для вездехода. Вездеход? Так, это мы заберем все. Пушка вездехода, ощепитель для вездехода. Есть такое? Уже создано. Так. Геостанция кочевника. Так, геостанция есть. Так, добудьте дейтерий. Щепитель для вездехода. Ага. Дейтерий. Я его тебе не так уж и много. А, не, вот он. Это ж вот это. Дейтерий. А, дейтерий. А, не уменьшается, а лучше работает. Офигеть, железо уходит. Возвращаемся к технику. Так, где вездеход? Это дейтерий. Так.
согласиться. Че он попросил? Вернуться к технику. Так, нужно было построить эту штуку. Так, создайте улучшенные усилители сигнала вездехода. Усилитель сигнала вездехода. Улучшенный, да? Улучшение. Улучшение сигнала вездехода. Так, лист. А, ты это вообще фигня. Где еще этот лист-то делается? Я вообще могу его сделать. Да, могу. Так, вездеход, вездеход. Зарядим. Так, усилить я здесь сделал. Улучшение усилителя вездехода Сигма. Улучшение усилителя вездехода Сигма. Или может первого уровня надо было? Блин. Скорее всего первого уровня. Еще на 4 листа. Во, первого уровня, оказывается, надо было. Так, улучшение пушки. Да это идти нужен. А, улучшение пушки есть. Ладно. Так, теперь-то он что хочет-то от нас? Кстати, у тебя щепитель. Так, доведись до монолита. Если время выйдет, до монолита добраться. Дайте я сохранюсь. Так, ну что, полетели до монолита. Где корабль? Так, сюда куда-то. Так, я на подлете. Вижу монолит.
Да чё занята? Всё. Скананём. Конечно. Вернуться к технику. Всего-то делов. Что есть? Цинк, цинк. Вообще ничего хорошего. Хотя он там что-то и лежит. Наниты мои. Ой, они далековато. Не. Возвращаемся. Надо будет все зарядить. Стволы. Я испугался, думаю, куда моя база делась. Так, отлично. Принять чертежи. Ага. Нужно еще две вольт-ячейки. Так, ну чё, строим колосса. А, вольт-ячеек нету. Это дело поправимо. Еще не могу построить. А, гериди не хватает. Чё, опять уже? Быстро вот эти штуки растут. Можно будет продавать их. Так, гериди, 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 гериди. Ха-ха-ха. Надо будет подобывать его еще. Ну вот, тут и построим. Колосс готов. Так, ощепитель. Так, это машинка. Ну-ка, давайте залезем. Выбран новый вездеход. Так, а чё? Нужно ощепитель. Где ты идти? Добыть скопление нанитов. Да, вот этот аппарат.
Сесть в заброшенных разрушенных строениях. А, наниты, я понял. Что-то сразу не догнал. Так, ну наниты у меня есть. Были, во всяком случае. Да, уже нету. Так, ну что, я подсобирал нанитов. Давайте этому технику дадим. Отдать скопление нанитов. Принять. Так, сколько? 100 нанитов отдал ему. Чё, вернитесь к технику. Так, на кочевнике там что-то уже сделано. Взять. Согласиться. Лучше не надо терминала. Все. Так, теперь оружейное. Улучшение для оружия.